Вице-президент Meizu опроверг слухи о 55-ваттной зарядке в своем новом смартфоне. Еще до анонса смартфона Meizu Zero, который лишен отверстий, в сети распространились слухи о том, что компания также представит технологию рекордно быстрой проводной зарядки. Основанием для этого предположения стал опубликованный компанией Meizu тизер, на котором была указана фраза World S1 Street ... На месте пробела было скрыто какое-то слово. Пользователи Weibo опубликовали подкорректированное изображение, на котором можно прочесть 55W Change. Это указывало на то, что компания представит технологию быстрой проводной зарядки при мощности 55 вторник. Однако вице-президент Meizu Линен опроверг данную информацию, заявив, что картинка является обычной фанатской подделкой. Примечательно также то, что вице-президент Meizu сделал это заявление в Weibo со смартфона iPhone. При этом в его профиле указано, что он пользуется флагманским смартфоном компании Meizu 16. Напомним, Meizu Zero сможет заряжаться только беспроводным путем, однако при мощности 18 вторник зарядка будет осуществляться довольно быстро.